Что такое фрейминг и почему этот художественный прием стоит брать на вооружение? Фрейминг – это композиционная техника, при которой вокруг кадра намеренно создаются рамки. Это необходимо, чтобы усилить акцент на объекте съемки. Бывают разные техники создания и использования фрейминга в кино. Во-первых, фрейминг через искусственное экранное каше. Черные полосы по краям изображения. Они являются нашими рамками. Например, в фильме Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт» таким фреймингом показывают кадры, относящиеся к событиям прошлого, чтобы зритель меньше путался. В тот же момент события настоящего зритель видит без этих рамок, в другом соотношении сторон кадра. Еще больше о киноремесле в моем профиле. Подпишись.